Никому же нам не придет в голову сказать: вот у нас в квартире старая бабушка, она сильно старая, и, в общем, она нас стесняет. Ну, давайте мы ее ускорим, ее кончину. Но зачем так ускорять кончину деревянной застройки? Наоборот, ее надо так же, как мы бабушку поддерживаем лекарствами и хотим, чтобы она жила еще очень долго, потому что это наше родное, это прошлое. Такие же родные для меня деревянные дома. Я считаю, что это и есть Иркутск, вот это исконный Иркутск.